Православный календарь. Седмица четвертая по Пасхе. 30 апреля. Понедельник. День преподобного Зосимы и игумена Соловецкого. 1 мая. Вторник. День преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Дикополита. 2 мая. Среда. День постный, преполовение Пятидесятницы, день блаженной Матроны Московской. 3 мая, четверг, день святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жидского. 4 мая, пятница, день постный, день священномученика Иоануария епископа и с ним мучеников. 5 мая, суббота, день преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасии Упольского. 6 мая, воскресенье, день великомученика Георгия Победоносца. Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!